пали цепи вековые. Земля в следах от босых ног сплелась, сцепилась вся Россия в ревущий яростный клубок. Нарушил трон. У власти хамы, взбесившееся мужичье. Жечь, резать, бить, топтать ногами и рвать им глотки за свое. Не люди. Нет, они не люди. Проклятый сброд, рабочий скот. Пусть все погибнут, но не будет иной Россия без господ. А ну, братва, закусим в шаме с трофейным английским венцом. И в полный рост, метя клешами, на обнималке со свинцом. Товарищи, и нам приспело, и мы в смертельный бой пойдем. Мы знаем, за какое дело сегодня головы кладем. Мы верим, за чертой пожарищ, за голодом придет весна, за внуков. За сынов, товарищ, твоя священная война. Какую будешь ты, Россия? Охота знать наверняка. За что в глазах застывших синих плывут и гаснут облака? Служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазии. Ввиду этого Совет народных комиссаров постановляет организовать новую армию под названием Рабоче-крестьянская Красная Армия. Здесь русский дух, его начало. Здесь Ольга Игоря встречала. У брода церковь здесь стоит. Река стремительно бежит. Святые русские места. И не поверишь, что когда-то иноплеменные солдаты здесь шли под знаменем креста. Кресты, они призыв к войне. Через побитые заставы они вливаются извне на земли северной державы. Здесь, на древней псковской земле, в стальной купели, под шквалом свинца, родилась и прошла боевое крещение рабоче-крестьянская Красная Армия. Товарищи красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят Советской Республике за то, что она свергла власть капиталистов и помещиков и дала тем пример для всех народов Земли. Капиталисты Англии, Франции, Америки помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков и капиталистов. Нет, этому не бывать. К
Красная армия сплотилась, поднялась, прогнала помещичьи войска и белогвардейских офицеров от Волги, отвоевала Ригу, отвоевала почти всю Украину, подходит к Одессе и Ростову. Еще немного усилий, еще немного месяцев борьбы с врагами, и победа будет за нами. Пожар и боль потерь, и голодух, и бой, и гибель, и разруха, и конный яростный удар. Забыть холодные рассветы и то, как жертвовал собой. А главное, о том, что это еще был не последний бой. Забыть, как ждали мы Набата, как, защищая честь страны, учились мужеству солдаты в преддверии будущей войны. Оттуда пришла к нам война. Thank you.
кресты, а не призыв к войне. Через побитые заставы они вливаются извне на земли северной державы. И на коне, и на броне слуга такого же закона манил зловещий крест к войне честолюбивого Тевтона. В этом здании в первые годы войны работала ставка Верховного Главнокомандования. Отсюда осуществлялось стратегическое руководство военными действиями советских вооруженных сил. Ставка осуществляла свою деятельность под руководством ЦК ВКПБ и Государственного комитета обороны. Это обеспечивало ленинский принцип единства политического и военного руководства. Заседания Ставки проводились совместно с членами Политбюро и Государственного комитета обороны. На заседания Ставки приглашались командующие фронтами, государственные и партийные деятели, руководители ведущих наркоматов. На разных этапах войны в состав Ставки входили Антонов, Буденный, Булганин, Василевский, Ворошилов, Жуков, Кузнецов, Молотов, Шапошников. Председателем Ставки до 10 июля был маршал Тимошенко. А с 10 июля до конца войны Сталин, который одновременно был председателем ГКО. Рабочими органами Ставки являлись Генеральный штаб, Наркомат обороны, Наркомат ВМФ. Для контроля и оказания практической помощи в организации и ведении операций в войска выезжали представители Ставки: Шапошников, Антонов, Василевский, особенно часто Жуков. И на коне, и на броне слуга такого же закона манил зловещий крест к войне честолюбивого Тевтона.
змеёю в тысячу хвостов. Они ползли неторопливо. И стало кладбище крестов финалом этого разлива. Переживает зодчего гранит, и сотни лет, встречая поколенья, тепло его святого вдохновения суровой молчаливостью хранит. Прижми к граниту ты лицо и плечи, замри, застынь, и в этой тишине услышишь ты, что сердце человечье стучит в холодной серой глубине. Замри, застынь, и город свой послушай. Он сохраняет звуки прежних дней и умерших, убитых прячет души в непостижимой памяти камней. Замри, застынь, в тебя блеснутся звуки, и, потрясая, бросятся в глаза ночей блокадных скрюченные руки людей, давно умерших голоса. Народ свою историю хранит, и в камне среди сотен отражений для будущих счастливых поколений переживает зодчего гранит.
Была война, а у войны простые счеты. На жизнь и смерть она вела солдатам счет. И зная это, в полный рост вставали роты. А до победы оставался целый год. Они тогда еще не знали точной даты, лишь только знали, что бы ни было, вперед! И каждый день на землю падали солдаты. А до победы оставался целый год. И позади, и впереди везде окопы, и от снарядов почернел небесный свод. Война ревела и горела над Европой. А до победы оставался целый год. Лягут цветы у памятников на холодные плиты. Европа, свободой обязана ты, сотням и сотням тысяч убитых. Помни, величием этих смертей, морем цветов на холодных плитах, ты не вернешь матерям детей и не сгладишь боль об убитых. Страны Европы, ее народы, помните цену вашей свободы. Рада! Рада, товарищ! Красная армия! Слушайте нашу передачу! Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Посылаем пламенный призыв доблестной Красной Армии. Нам нужна ваша помощь. Нам нужна поддержка вашей воздушной авиации против германских войск, подвигающихся по направлению к Праге. Прага не сдается оружию. Прага не сдастся. Прага, товарищ! Красная Армия! Слушайте нашу передачу! Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Посылаем пламенный призыв доблестной Красной Армии. Нам нужна ваша помощь. Нам нужна поддержка вашей воздушной авиации против германских войск, подвигающихся по направлению к Праге. Прага не сдается оружию, Прага не сдастся. Город, ты лучшая память о павших. Никто не смог бы лучше памятник высечь для тех убитых, тебя защищавших. Для тех убитых 160 тысяч.
Все наградные досланы, наверное, все ордена надеты, как один. Немного меньше их за 41-й, побольше их за Прагу и Берлин. И рядовые, будто генералы, толкуют о прорывах и фронтах, о замыслах генштаба небывалых и об освобожденных городах. А генералы пишут мемуары, в которых вспоминают рядовых и посылают пофамильно их в прорывы, наступления, контрудары. Сравнялись генералы с рядовыми, они теперь по званию равны. Соратники, участники войны, и командир один теперь над ними. В одном ряду они как шли когда-то к одной победе от одной беды. А маршал время подает команду сомкнуть ряды и вновь сомкнуть ряды. Огромно, непомерно тяжела войной на нас наложенная дань. Раздвинься, отпусти, солдата, мгла. Очнись, солдат, открой глаза, восстань. Прощения у мертвых не проси, они тебя за жизнь не обвинят. Но, кажется, могилы по Руси упреки затаенные хранят. Лежат солдаты за порогом мглы, и под землей их руки сплетены, и розы ослепительно белы у этой заградительной стены. Германия есть ein Land hoher Kultur, культурная страна. Oh, my God.
Важным шагом на пути устранения ядерной угрозы является подписанный советско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это огромная политическая победа нашей партии, важный успех нового политического мышления. Генеральная линия советской военной политики остается неизбежной. Это борьба за мир, за предотвращение войны. Однако обстановка в мире по вине воинствующих империалистических кругов остается сложной и напряженной. Они хотят во что бы то ни стало сломать военно-стратегический паритет, достичь военного превосходства над Советским Союзом. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Советское правительство прилагают все усилия по обеспечению безопасности Советского Союза, наших друзей и союзников. Социализм и мир неразделимы. Мы неоднократно заявляли о нашем стремлении к миру, о том, что нам необходим мир, говорил Владимир Ильич Ленин, но мы не намерены позволить, чтобы нас задушили насмерть во имя мира. Вот почему нам необходимо и дальше повышать бдительность и боевую готовность, укреплять дисциплину, на новый уровень поднимать политико-моральное состояние войск, проявлять неустанную заботу о техническом оснащении армии и флота, совершенствовании управления. Партия твердо рассчитывает на военные кадры в решении задач укрепления обороноспособности страны. Убежденность советских людей в нашей мощи должна быть непоколебимой. Тимофеевич, разрешите задать вам один вопрос. Вы являетесь выпускником училища имени Верховного Совета РСФСР. Вы прошли дорогами войны от Волхова, Ленинграда до Берлина. Что, на ваш взгляд, является основой боеспособности современной армии? Основой боеспособности армии являются подготовленные кадры, которые владеют современной техникой, умело владеют, могут самостоятельно принимать решения на использование этой техники в бою и управление подразделениями. Это прежде всего взаимосвязанные действия всех видов вооруженных сил, всех родов войск, высокая их подготовка. Вот это и составляет основу боеспособности современной армии. Умрет оружие. А пока стоят военные заставы. Надежна и тверда рука
защитников родной державы. Учеба, будни, ратный труд, зато в бою надежней вдвое. Надежней, но все люди ждут, что все-таки не будет боя. Не за награды и не за медали оберегаем мир родной страны, а чтобы хлебом пахнущие дали не обожгло пожарами войны. Живи и помни, что издалека над нынешними красными стрелками плывут по небу те же облака, что застывали мертвыми зрачками. И длится бой для умерших тогда в 17-м, 20-м, 45-м, а нынче мир. И этот мир труда не отдадут советские солдаты. Вот они, стройные и совершенные, внуки Авроры в парадном рейсе. Как адмирал на парады военные смотрит с гордостью старый крейсер. Годы летят над его стволами, годы и тучи. Бережно в сердце хранится нами образ могучий. Ветры спешат, несут над волнами тучи и годы. И на параде внуков встречает крейсер свободы.